Приветик всем, снимаю видео об очередном размусоривании, расхламлении, как угодно. Выбрасываю я вот такой мешок с камнями. Да, у меня даже дома мешки с камнями лежат. Вот для дела, кстати, для дельных всяких штук места нет, а вот для всякого барахла находится, да. Вот. Ну, сколько это можно вот хранить? Я думала, что это зачем-то нужно. Оказалось, что вообще не нужно. Дисконтные карты. Как вам кажется, сколько нужно для счастья карточек? Окей, перекресток, пятерочка. У нас у всех есть карты, но почему-то у меня валяются еще и абсолютно новые экземпляры. Вот они вот. Я не понимаю вообще, зачем все это нужно. Но факт остается фактом. Обнаружила вот такую вот вещь. Патчи вот планета органика. Они валялись в холодильнике. Я точно знаю, что я ими пользоваться не буду. Поэтому вот, да. Из какого-то набора. Прощаюсь, до свидания. Меня замучили скопленные вот эти вот пакетики из магазина бижутерии. А для чего они вообще находились? В этот пакетик идеально помещается зонтик, ну, который, знаете, такой складной дамский, маленький. А особенно это удобно, когда зонтик, естественно, мокрый, его надо куда-то положить, а пакетик очень, как это сказать-то, удобных габаритов, и поэтому я все эти пакетики всегда собирала. Но сколько их можно собирать? Их огромное количество. Избавляюсь я от шопера, от Ивраше. Он такой вот весь смятый. Но это точно Ивраше. Не знаю, где тут надпись. Ну да, вот он. Это Ивраше. То ли в подарок давали, то ли что. Ну, в общем, знаете, как-то мне неприятно ходить в магазин, тем более за косметикой, с таким вот ужасом. Поэтому я решила, что я выброшу. Также, продолжая тему шоперов, я размусорилась как могла и избавляюсь вот от такого с лампочкой. Я поняла окончательно, что шоперы, которые носятся на плече, это не мой вариант. Поэтому, в общем, а здесь вот именно, да, как бы на плечо надо это все дело одевать. Мне это не нравится, я отфутболиваю. И еще одна штука из той же категории. Это то, что подружке дарили Хенкель, да. Мне и ткань не нравится, и вот эти вот длинные ручки. Да и надпись мне тоже не нравится. Коробочки. Куда же без коробочек? В этот раз коробочка от набора Кадали. Она такая красивая. Она закрывается на кнопочку. У нее прозрачная крышечка. Я думала, что она мне послужит для каких-нибудь целей. Но по факту она только занимает место. И больше ничего. Поэтому я от этой коробочки избавлюсь. Мне надо добавлять только бардака. И занимает место. Бумажки. Смотрите, что я обнаружила. Как это называется? Флаеры, что ли? Кино, конечно, я люблю. Но хранить бумажки больше не хочу. Это, наверное, вообще даже не знаю, как прокомментировать. Два стареньких календарика. Один атлаш. Столетний. И в кинотеатрах раздавали, когда была премьера «Ирония судьбы. Продолжение». Еще почти молодой Хабенский отправляется на помойку. Но это просто они служили закладками, а потом я перешла окончательно на магнитные закладки, и поэтому как бы надобности в этом хозяйстве отпала. Продолжаю избавляться от залежей косметичек Glam Bag. В этот раз голубенькие. Я сначала думала, что я их оставлю, но потом подумала, что от них я избавлюсь тоже. Вот одна и вот вторая, менее пожамканная. И даже я решила, что я избавлюсь и от самой красивой. Это вот такая вот розовая. Потому что все-таки последнее время я тяготею ко всяким
контейнером, а вот как-то косметички отошли на задний план. Коробочка от косметички от Армани. Чего она лежит, я не знаю. Тоже думала, для чего-нибудь пригодится. Но она черного цвета и, в общем, все такое. Я решила ее отфутболить. Я приняла решение избавляться от всяких интерьерных глупостей. Например, у меня есть вот такая вот вещь. Это вообще это пепельница. Но у нас это было, знаете, для всякой мелочевки. Сюда сбрасывалось не пойми что. Булавки, монетки, какие-то маленькие лампочки. В общем, что угодно, всякое барахло. В общем, насобирала всякое барахло в прихожей. Вот, и я решила, что надо от нее избавиться. Доела она мне уже. Это красавица-девица. Все. Ленточки. Опять ленточки. Вот у меня дома просто невыносимый запас ленточек. Что удивительно, если учитывать, что я не шью и ничем таким вообще не занимаюсь в последнее время. Уж точно этим декорированием всяким. Вот еще целая тут связка всяких марочных, Живанши, клиник. Тут что у меня тут только нет. Зачем я все это хранила? Понятия не имею. Ну, все. Настал черед избавиться от этого хлама. И даже абсолютно новенькие ленточки когда-то было куплено, но я поняла, что мне этот темно-красный цвет мне не нужен, не интересен. Надо будет отдать кому-нибудь. Маленькая и абсолютно, как мне кажется, бесполезная косметичка от Clarins. Я от нее избавляюсь. Раньше я как-то думала, что она нужна для чего-то там, но потом поняла, что вовсе нет. Ракушка. Такая вот болталась в шкафу. Ну, сколько можно? Сколько вообще ракушек нужно для счастья? Я оставила немножко. Вот это я избавлюсь. Закладки. Был у меня период, я скупала закладки. Ну и, в общем, я поняла, что на самом деле мне их слишком много. Есть просто то, что мне не нравится. Мне не зашли вот эти вот. Не знаю почему, не нравятся они мне. Поэтому я решила от них избавиться. Остальные у меня все в ходу. А вот эти вот нет. Нет, они мне абсолютно не нужны. Лаки. Избавляюсь от Варьете. 509 оттенок. Драгоценные камни. Такой вот. Он засох. Подвял и больше мне не интересен. И еще один лак, это уже опенок NLG-16. Такой вот. Не знаю. И я поняла, что я не люблю вот эти вот оттенки, все пастельные. И все. Фу. Обнаружился откуда-то вот такой вот браслетик. Я его никогда не носила. Откуда он взялся, не знаю, но он у меня был средством, знаете, руки занять. Когда я смотрю кино, я обычно что-нибудь верчу в руках. Я не знаю, это, наверное, неврология. В общем, обязательно что-нибудь мне нужно вертеть в руках. И вот это такая штучка была. Я вот держу вот так в руках, все это перебираю и смотрю кино. Вот. И как вариант еще времяпрепровождения за просмотром кинофильмов, это знаете, что я держу в руках банку с метеоритами. И вот открываю, закрываю, пока это мужу не надоест, и он не начнет ругаться на меня, что я мешаю всякими посторонними звуками смотреть кино. А, да, ну, в общем, все, хватит уже. Каталоги. Каталог от Avon. Мне он не нужен уже. Да он, по-моему, да, апрельский. Но не надо. Я не делала заказ по апрельскому каталогу. Решил, что мне не нужно, обойдусь. И такая же история. Уже закончился каталог от Faberlic. Я тоже по нему ничего не заказывала. Тоже надо выбросить, пока он, как это сказать-то, не прижился уж совсем.
к месту. Еще вот такая вот ленточка золотистая. Тоже все. Туда же, в копилку. Обнаружила абсолютно новый и давно с прошедшим сроком годности бальзам Лабелла с кокосом, который я привозила из Германии. Я думала, что я их все раздала, но вот у меня почему-то осталось валяться где-то одна вот эта вот, один вот этот экземпляр, я его выбрасываю. Такая вот картоночка, я даже не знаю, как это назвать. Наверное, тоже это флайер. Вот, Шанель из какого-то, наверное, журнала. Я так подозреваю. Еще одни патчи. Эти уже с манго. Планета органика. Кремовые тоже отправляются в освояси. Вот так что встряюсь. Горшочек. Горшочек вот такой. Крышка от него посеяна. Я не знаю где и не знаю куда. Для чего этот горшок вообще нужен был? Я думала, что я буду в нем частенько варить пшенную кашу по маминому рецепту. Но все равно мне ничего не получалось. Потом я поняла, что это из-за формы горшка. Нужна емкость, знаете, более-менее напоминающая кастрюльку. А здесь у меня вот получается по центру все оставалось недостаточно пропеченным, а по краям подгорало. Что, в общем-то, как-то... совсем нехорошо. И, в общем, потом я устала париться с этой кашей, и теперь варит ее исключительно мама. У нее это все получается прекрасно. Вы мне скажете, что это за возня с горшками? Неужели нельзя сварить в кастрюльке пшенную кашу? Конечно, можно, но мы варим ее так. Точнее, мама варит. Сначала она ее варит на плите. Как только молоко выпаривается, она убирает в духовку. Предварительно выливая туда банку концентрированного молока. Вот. И каша получается, она такая рыженькая получается за счет этого концентрированного молока. В общем, да, это разговор ни о чем. В общем, избавляйся от горшка, не нужен. Мне достал мне уже этот горшок, и все. У меня тут еще есть дешевые бусы, которые я покупала для всяких поделок. Так ничего с ними не сделала. Они все лежали и занимали место. Так вот, знаете, ворошить в руках вроде бы приятно. Но все, вот если так все оставлять, что приятно держать в руках, то, наверное, жить негде будет. Еще одна коробочка. Я вот даже вытаскивать не буду. Здесь вот набросала. То, что мне уже точно не надо. Видавшие виды. Бижутерия. Вот, это просто хлам какой-то. Какие-то заколки. Вот этот браслетик из речного жемчуга. Не знаю, что мне это не надо. Какая-то брошка. Показала. В общем, всякий мусор. Все это отправляется гулять на помойку. Вместе с коробочкой. Когда-то меня коробочка это очень сильно радовала. Она самая красивая из Эльбокса. Но я поняла, что у всего есть срок хранения. В том числе и у коробочек. На просторах чего? Дома. Я избавляюсь от незаконченных вот таких вот дезиков. Один от Риксона и второй от Дав. Я приняла для себя решение, что я буду пользоваться только спреями. Ну, вот как-то так. Поэтому мне это просто не нужно, и я от них избавляюсь. Коробочка. Еще одна коробочка. Точнее, не коробочка, а шкатулочка. Вот такая вот. Сейчас я ее открою. Из магазина Леонардо когда-то покупалась. Абсолютно не нужно. Вообще. Она просто стояла пустая, и все. Использовать как купюрницу нельзя, потому что она по длине, в общем, гораздо меньше, чем купюра. Поэтому что с ней делать, я не знаю. Что в нее прятать? Вот, как бы. Да. Я так и не смогла для себя решить эту задачу архисложную. Поэтому прощаюсь. Каталог IKEA. До 1 марта 2017 года. У меня и постарее каталоги есть. Но вот этих вот просто... Я люблю иногда листать каталоги IKEA. Мне нравится. Пока их еще выдавали, это было
конечно, классно. Но вот этих почему-то оказалось целых два. То есть я настолько запасливая, что решила оставить два каталога IKEA. Зачем? Поэтому этот, в общем, уходит из дома. Чему я очень сильно рада. Еще по косметичкам. Старенькая косметичка от Colorans. Вся поюзанная, вся никакая. В общем, да, вот она, даже у нее донышко здесь пожелтело. Пора ей на помойку. Косметичка от Clinique. Думала, пригодится, думала, что-то как-то. Но даже при учете моего размусоривания у меня осталось еще огромное количество косметичек. И вот это вот мне не надо. Ну, такая маленькая, бестолковая от Maybelline. Это был набор, я в Германии покупала. Там была тушь, смывка, еще чего-то в этой косметичке. Да, мне казалось, что все это такое приятное, для жизни приспособляемое. Но в итоге она, в общем, по большему счету, я ей не пользовалась. Или пользовалась очень мало. В общем, хватит. Наборчик для вышивания абсолютно новый от марки Риолис. Покупала, он меня интересовал, но потом интерес пропал. Я все уговаривала себя, что интерес вернется, не вернулся. Не хочу, не интересна мне эта тема, не интересен мне этот сюжет. Я отдам этот набор, он абсолютно новый. Может быть, кому-нибудь принесет радость. Мне это больше не надо. Гель для душа от марки One Care. Лимонный пирог. Вы будете сильно удивляться. Я покупала, если помните, все ароматы, которые были представлены с вафли, лимонный пирог, черничный маффин и вишневый тарт. И, в общем, вот этот лимонный пирог я попробовала последним. И он оказался аутсайдером. А куплено их было изначально два. Но один я добила, а второй, думаю, ну зачем мне? Ну не хочу больше. Надо от него избавиться. Ну, а почему, как сказать, избавляюсь, это уже разговор для... Что не понравилось, в пустых баночках расскажу, наверное, более поподробнее. Постараюсь. Я тут обнаружила у себя, знаете что, вы не поверите, каталоги от подружки июнь 2014 года и май 2015. Застрелиться можно. Чего они делали дома, я не знаю просто. Какая-то... Какой-то кошмар. Старенький брелок, который я сняла с ключей. Сколько он может уже мотаться, он мне надоел. Вот такой вот. Он когда-то был новый, красивый. И шарики были с покрытием. А, да, мама мужа из Парижа мне привезла. Вот. Ну и... Он уже давно кончился. Я брелок поменяла. А это надо выбросить. Еще одна ракушка. Вот такая вот. Не знаю, откуда она. Ну все. Журналы. Что я тут нашла? Не поверите. Журнал Hello. Май 2013 года. Да, он у меня как новенький лежал в шкафу. Ну, потому что мне нравится эта фотка. Обожаю Ди Каприо. Но сколько уже можно хранить? Пришла к выводу, что нужно, наверное, размусориться. Отфутболиваю. Вторая древность. Это вообще даже не описать, что это такое. Это семейный архив. Смотрите, ноябрь 96-го года. Когда-то женщины просто... Ну, как это сказать, спали и видели вот эти номера журналов Бота Модена. Почему он лежал? Мне, кстати, он нравился, знаете, каким моментом. Я все время, пока вот родители жила, я все время смотрела. Мне нравилась одна картинка, я вам сейчас ее попробую найти и показать, заодно прояснить, почему, собственно говоря, он столько лет томился дома, не выбрасывался. Да что ж такое? А, вот, нашла. Смотрите, здесь предлагалось сшить такой вот набор.
наволочки, вот одна большая наволочка, видно, поменьше, и покрывала. Я все тешила себя надеждой, но сначала мама, потом я, что мы все-таки это дело сошьем, и будет такая красота на даче. Но жизнь показала, что не суждено этому сбыться. Мы предпочитаем покупать, а не делать что-то самим, поэтому вот как бы вот этот раритет отправляется, ну, это практически такой весь в очень хорошем состоянии, новенький, да, на помойку. Маленькая косметичка, вот такая вот, с одной стороны золотистая, с другой стороны какая-то как под замшу, что ли, или вельвет. Не помню, из какого-то наборчика пупа, что ли, если я ничего не путаю. Косметичка от Givenchy. Моталась, я в ней хранила всякое барахло. Она не очень удобная, мне просто цвет нравился. Сколько можно? Отфутболиваю. Лак для ногтей в этот раз это Isadora 840. Он такой весь закис и больше мне не интересен. И масло для кутикулы от Essie. У меня, я оставила себе пару маслец. Мне не нужно столько. Я поняла, что мне просто не надо. В таком количестве все это барахло. Нет. Еще одна вещь, которую я всегда прихватываю. Это вот со стародавних времен. Когда-то в Москве был ресторан, кофейня «Аристократ». Улица Мясницкая, дом 37. Шикарное заведение. Вот это вот спички оттуда, это просто раритет. А вот эти вот спички, это парк Джузеппе. Это ресторан, вот здесь написано «Набережная канала Грибоедова». 2Б, не знаю, он сейчас существует еще или нет. Он прям возле храма Спаса на Крови. Замечательный ресторан там. Не знаю, мне кажется, самая вкусная пицца в Питере именно в этом ресторане. Ну и вообще очень хороший антураж у него хороший. Был очень прекрасно. Очень были довольны. Еще одна косметичка – это Клиник. Когда-то был подарок. Морская тематика. Видите, с такой петелькой. Отдаю. Мне больше не надо. Еще одна бирюлька. Это валялся в коробке брелок. Он такой детский, я его, естественно, никогда не носила. Я даже не знаю, зачем я его вообще купила. Он с рыбкой такой вот. Да, стоил, по-моему, $10, если я ничего не путаю. Ну, зачем-то купила. Ну, вот пролежал, теперь я его, наверное, в общем, отфутболю. Долго-долго лежал без дела футлярчик от Art Deco. Такой вот с бабочками. Когда-то у меня были в нем тени, потом тени ушли на помойку. Футлярчик остался. Я все думала, что я что-нибудь куплю и туда положу. Нет. Нет. Он лежал энное количество лет, сколько можно. Я решила, что пора от него избавиться. О, что тут у меня осталось? Сумка. Сумка. Когда-то я получила в интернет-магазине Клиник складную сумку. Я вот так вот покажу, чтобы было понятно. Она вот на молнии складывается вся такая. Ну, это как пляжная, что ли, сумка. Ну, что-то типа того. Она застегивается на кнопку. Такие вот ручки. В общем, вообще не нужна абсолютно. Поэтому я ее отдам. Как бы да. Тема прошлого. Давненько валялась баночка. Валяется, вернее. С кремом Орхидея Империал от Герлен. Я все тешила себя надеждой, что в один прекрасный момент, ну, как напоминалку, что мне надо обязательно когда-нибудь купить этот крем. Это была миниатюрка из подарка. Крем совершенно замечательный, шикарный, но не судьба. Крем за пределами моего бюджета. Поэтому, как бы, не знаю. И от этой напоминалки я решила тоже избавиться. И последнее я вам покажу. Это тоже раритет своеобразный. Это первый номер журнала «Секс в большом городе». Октябрь 2007 года. Да. Ну, как бы я на него наткнулась и думала, а что он делает. Мне, конечно, в журнале нравится
картинки, как в подобающем большинстве журналов. Сейчас я попробую вам найти, что мне нравилось больше всего, из-за чего, собственно говоря, этот номер и был у меня. Сейчас покажу, так, чтобы раскрыть. Вот как-то так. Нагиев. Голый король. Ну, что тут еще добавить? Действительно, голый король. Обожаю Нагиева просто. Мне очень нравились эти картинки. Фотки, вернее. Да, ну, статья тоже интересная. Сейчас Нагиева в интернете как грязи на улице, поэтому как бы не вижу смысла больше держать все это хозяйство. Ну, вот такое вот размусоривание получилось в этот раз. Надеюсь, видео было интересным, полезным и приятным. Всем большое спасибо. Всем пока-пока.